самый красивый инстный байк, просто, ну, я хуй знаю, пизда. Разнообразный. Да, да, тут типа, ну, тут есть и АФК боссы, на которых надо и подумать, как бы, типа, и так. Ну, блядь, когда приходят люди, и которые спрашивают, блядь, где что делать, это, конечно, сильно. А где алкоголь? Да, где алкоголь, и когда... Да, когда Демайс начинает ржать, это вообще сильно. У кого-нибудь, может, почта завалялась? Чем, нет? Нет. Да, я с собой ношу в кармане. О, Крадевич, слышишь? Крокодевич, где ты, блядь? А у тебя вкачаны эти, блядь, скажи мне. Ебаная хуйня, блядь. А ну, открой мне ларёк, блядь. Скажи, что вкачаны. Мне просто интересно, что в нем. Откроешь, не? А ну. Ну похуй, давай, блядь, отмычкой ебашь. Интересно просто, что там. Какая-то хуйня, че не? Это одна из ушел, блядь, сундук упал. Мы можем смотреть, как сделать. Это их сейчас в танк, а если у тебя спек отдельный. Ой, это на тебя я тупал, ебать. Да, но показал. Этика и танк. Просто можешь спрыгнуть, мы это почистим и там сразу. Подождем. Да похуй, так убьем. Что он там перекидывает? Золото. Ну, в смысле, отдельные спеки, да? Один такой, то есть ты не заменял. А, ну так давай прыгнем, и чё мы ждем? Почистим трэш. Да и босса убьем в одного танка. Не, думаю, он уже придет, наверное. Так, понял, короче, где-то до кого там, блядь, до собрания в 5 человек дойдем. Ой, блядь, сейчас поебал Боуги. Бейте лево. Ты зачем ты агришь? Я на себе его подержал бы пока. Что на меня не могут подойти. Я не буду подходить. Два стака вот так сразу. Ебать, я чё ебал, не сломал. Холик он, да. Кого много стаков, мили, отойдите. Вот. Всё, я наел ему. Если он больше 5к бьет. С пополнением. На, блядь. Что-то мне страшно. Да он 12 камней плюнул. Теперь я обратно. Стук поменял. Где дамаг? Найс. Ты же найс. Я, блядь, дамагаю. Хорошо. Ты говоришь, у тебя, блядь, рекаунт забагнулся, пиздобол. Да уже все, мы же комбо сбросили. No. А тут сетап хуёвый. Какой хуёвый? Я хуй знаю. А, у меня маны не было. Ты видишь, у меня 320 маны, блядь. Я думаю, что за хуйня. Кто тут? БДК? Это, слышишь, столик поставим, да, и ману купим. На гриппа нету. Бля, пизда. Полетел вулкан. Полипал, бежи. Сука. Да дай столик, слышишь? А в этой команде. Да у меня у самого мана нету. Сейчас улетит этот. Сука! Слышишь, блядь, 400 хп, тварь. Сейчас я сделаю. Все, можешь в этой спекаться назад.
Вот он, столик. Угу. Высовывал. Да, надо похавать, потому что маны нет. А дайте бовца хотя бы каску. Каску по шаману. Кулачок. Слышишь? А кому ты МК кидаешь, тварь? Сейчас, подожди, блин. Дай мне МК. Да я умирал, а на каждый раз, когда умираю, это скидывается. Нет, не скидывается, МК не скидывается. Если да, я умру, то скинется. Все, погнали. Ебем. Я даже первый могу каски кикнуть. Блять, ДК. Просрал гриб. Ну все, не обосритесь. По один дай сам. Что это? Полезная лем? Ну. А все лемы тупые, блять. Они не знают, что можно каст откидкой сбивать. А они символ ставят просто. Тупо не откидывают. Они, блять, тупые. Они тупые. Давай, тут, кстати, много где надо скидывать. О, на Алгавоне, например. Ну. А не знаю, звезды откидывают или нет? Те, которые умирающие? Да. Да. Они грипают сюда. Тогда заебись, слышишь. Тогда... Это как сейф идет, если возле тебя, допустим. И так... Бьет, хуя. Я следующий могу кикнуть. Я следующий. Давай, давай. Давайте палы первыми стану выдавать. Ретик первый, а потом прот. Потом грип. Чтобы рога больше не было. Я кикну. Этих надо свести. И в миле. Пижу. Да не бейте их сильно. Дайте набрать. Ну сука, ну, блядь, тварь сейчас сожжет меня нахуй. Слышишь, я что, тебе еврей, блядь, чтоб меня газом травить? Не знаю. Сука, минус шамана в том, что у них нету АОЕ. Вот это типа цепуха, ну, на три цели, это хуйня. Есть тотем. Да хуйня тут тотем, смотри, он стоит. Не, он нормально. На боссах он нормально ебаш. Не, хуй знает. А лемы за счет этого и вырастают ДПС. Типа они его убьют. В смысле, ты рофлишь? Нет. Я серьезно. Ну я хуй знаю. Я ставлю тотемы, да, допустим, на таких там, где трэш есть, допустим. Он, ну, не сильно много набивает. По сравнению с другими аунишными. Типа он, там, не знаю, тебе тоже идти. Ну, АОЕшный, я и ставлю АОЕшный. Тотем магма. Что, меня за дурака держит? А, там вроде еще этот надо, идол, или что такое. Нет. Идола нет, на тотем маг. Идола вообще на тотема нет. Подождите, сейчас я его поставлю. Блядь, наркоман. Вот вам мой. Рядом с тупами. Это ли это на БК, блядь, идол на тотема? Я уже иногда путаюсь в этой хуйне. Я сам же, да, ваш этот мелкий наш. Это пал. Пал, можешь по мне, пожалуйста, по другому палу маленький крест давать? Мастер Аур первый за это. А, подожди, а почему второго пала нет? А, ну так пойдет, ладно. Холик и занёшь первый мастер Аур. Окей. Я скажу, когда. Ты... Ага, ты уже занял топ, да, минус 20. В воде босса будешь держать, не танчи, да и все. Хорошо. Погнали. Жалко босса нельзя кидать, сейчас бы тебе кинул, пойди. Смотри, блядь, сова, блядь, 10к нахуй, муж себе дает. Охуело, чешу.
Фая больше можно дать, мне не повезло. Тут типа фаер это чистый, блядь, анду. Да, фаер, да. Там, блядь, прок. А, давай юзай мастерова. Ну что ты в ковше, блядь? А дальше еще надо будет зайти, чтобы вот эта хуйня не спавнила. Все, нормально. Крадео, сегодня твой день. Он любит, блядь, костлявых. Как тебе там? Пиши ощущения по 10 бальнишка. Стопкаст. Забери моба. Моба забери. Блядь. Это уже не смешно. Это уже обидно. Кардео, он тебя любит, да? Ну ебать, сегодня ты, блядь, чертов, блядь, жаришь, понял? Тебе подкидывают, блядь, чертов. Сейчас, стоп-каст, стоп-каст. Давай еще раз. Три, блядь, Кардео еще опять возьмем. Не. Моба, моба, моба. Смотри, блядь, научу на Элиме обсыкать, блядь, всяких фаермагов. Ой, ебать, ты в огне там стоишь, ДК? Топкаст. Ты должен стоять в огне, в воде так, чтобы он не спавнил. Ну, он всех, блядь, через анальную печку прогонит. Можно меня? Не надо, я бить хочу. Не, сейчас ты следующий. Давай не надо. Сейчас он синего возьмет, ебать. А, мне кажется, понял, этот ков еще немного мне отограм, кажется, мне кажется, ты синий... Блядь. Я смотри, мне кажется, этот ков от огра немного зависит. Ну, типа... Там рога, сова были, да? По агро первое. Ну, смотри, сейчас... Не, уже не будет. Пох. Следующий, мне кажется, отдыхал. А, сука. На, блядь, две пары перчаток, ебать. В правую, лев... понял? И в левую. В левую кран, и в правую кран. Ну, ебать. Так, там Ксен уже должен скоро прийти. Ксен, ты тут? Сразу на маунтах. На маунт, бля. Сейчас этот хуй, блядь, прыгнет сюда. Смотри, блядь, сейчас, блядь, Джон Сина выходит, блядь. Не? Не вышел, ладно. На тебе, блядь, со счета съебался. Зайдите в мили, он же сейчас в это, в пава прыгнет, блядь. И в сову, блядь. Нет, он туда прыгнет. Ох. Отойдите. Или сбейте каст. Они когда самоуничтожение кастуют, они вот так вот делают. Вкусно очень. 10 из 10. Тебе понравилось? А чё ещё? Ну. Только не на уголовье. И на Мироне. С этого существа нельзя снять шкуру. Ты про меня? С меня не надо сбивать, снимать. Сбивали, мели, мели, мели. Это, блядь, механическая леса, блядь. Ебать, он моб вообще четко сделал, видал? Прыгнул туда, поставил щит, ебать, вообще. Я его припанул туда.
Да это все моб, ебать, он прошаренный. О, смотри, ебать, а ну сбился, о, красава, блядь. Шаман, блядь, молодец. Самоуничтожение сбивайте только. Я-ка лучше отойду. Вон, самоуничтожение. Дикий прыжок. Просто никто не сбил, на этом сразу три. Ну. Дикий прыжок, блядь. Ебать, он дикий. Шо, без ксена попробую? А чё делать? А ему он нужен? Нет? Да, блядь, там... Что ему тут нужно? Ему нихуя не нужно. Бля. А что, знаешь, дать, типа, быстрее? Давай, погнали. Нам стамина бы надо. Этих барабанов нету никого, ни у кого? Я могу протануться, типа. А да, как бы... Да, блядь, забей потом. Лока все равно нету, кто тебя будет с умони, блядь? Ну, тут портал рядом. Есть у кого-нибудь этот... Давай, бить. Почта есть, давай, бить. Я могу запало быстро слететь, купить. Отойдите назад. Че я портанусь? А, ну вон, стой. Escape нажми, escape. Почту поставили, заходи. Сейчас я запало зайду, куплю и перекину. Корну пока минутку. Пасу тогда минутку. Спасибо. Бля, без духа, конечно, пиздец. Могу. Скоро шипы стану ходить, я весовой босс. Ой! То ШП нету нихуя, блядь, как будто вымерли. Через пека одену, блядь. Как там этот рунический, чё там называется? Буду мне... Детки. Але. Чё там? Ну что, собрались? А куда ты кадилась? Чё ещё не зашёл? Токционатор, блядь, на Сирусе. Печаль. Ебать, понял, подумал о музыке, и сосед как раз музыку включил, думаю, ебать, чувак, ты читаешь мои мысли. Хоть хорошую музыку включил. Да пойдет, блядь. Чё там, долго почта сейчас исчезнет уже? Всё, скидываю. Так, сейчас ревогнусь, пока она быстро. 20 сек.
Алле. Да-да. Вон почта стоит здесь. Чё, погнали? Сразу тепло стало. В одном месте. А, рыба. Вот. Дальше отвези его по ступеньке. Сука, вон. А подванивает или нормально? Чё у меня так? Сука, у меня что? Слева бомбот идет. Осторожно, медик. Пизда, да. Что ж такое? Чё, убьём, не? А, я понял. Я вылетел. С интернетом, блядь, чё. Так, так мы перевели, блядь, не? Что-то я не понял. Перевели. И под левой ногой должны стоять только эти. То есть добав. Иска. А кто это у нас онлайн? Войско. Под нас встань, я Урнара, если что. Милики, вы должны бить ее тоже. Сейчас будет иска. Бейте и таунтите еще надо. Чтобы она в миле стояла, а не в адыт. Скоро иска, блин. На мне иска, если что. В танке она. Из кого? Ну? Скоро иска. Из кого? Let's go. Чё я глыбу? Заебись, я вышел. Да ёб твою. Чё иска? Иска. Да, сука, за что? А чего в одну сторону носит? Это же не особенное.
пиздец, конечно. Теперь тебя так. Иска. Ага, я понял. Запизделся. Че, сука, там до персы, кстати, у нас не расклады даже. Иска. Давайте в другую сторону, а если тут ебаная черная, не знаю, что это уже. Уже попадать начинает. А, ну да. Иска. Заколебало. Ну ты же не вожжу, не си. Ты же как и... Ты ж под зелёнкой. Иска. Да заколебало. Из-за того, что у нас 8. Сейчас. Ска. Пацаны нормально так на 2 тела, в 4 ляма почти захилили. А, забейте. Иска. О, блядь, мяч вам. И голова еще. И грудь. Пал балдеет, блядь, просто. А этот. Кира, ты здесь? Если вы не против, я на ретрика меч пониже. Если никому не нужен на мейн. Мне кажется, паладину нужен будет. Но... Да, у него 200-я эпоха. Все окей. И танк тоже надо. Кому? Танку? Кира, ты здесь? Ну да, танк, да, у тебя же носил. Меня слышно? Да. Бля, брат, она у меня есть. Вот эта пуха. Просто нужно поставить в нее демо и все. Кира, тут грудь выпала с XT. Да похуй, она у меня есть. И голова. Она не нужна. Ты, блядь, тварь, нахуй, еще и разобрал его. Ну что поделать? Он сам в карман упал. Угу. Тебе камни сделать на пуху? Упал. Сделай. А, палу. Два на силу, да? По-моему, у Урнера, если не ошибаюсь, энчант есть. Спроси, может, он в среде зачаровывается сразу. Энчант нет. У меня есть энчант, но я не знаю. В среде есть. Юва, кузня есть. У меня кузня есть, Юва тоже. Но на других перстах. Что там пару кристаллов забыло? Слышишь, а кем тварь зайдет, ебать? Тоже интересно. Я это в комбате не могу к вам протянуться, пока повеселюсь тут. В начале. А ты можешь зайти и выйти с места. Так дот, из-за дота не могу зайти. Тебе на мастерство или на силу? Там мне. Все.
А, все, извиняюсь, сорян, панда. Левого. Вон, если есть у кого энчант, у меня есть 9 кристаллов, можете зачарить. А, не стойте, вы уже там. У меня нет. Сука, два раза поменял. Три, блядь. Двигайся, коровка. Как тебе? Да похуй. Давай сначала собрание почистим. А где этот тварь, блядь, слышали? Где этот лок ваш 20 минут? Уже, блядь, 40 минут прошло. Я жарю тварь, блядь. А у тебя есть его дискорд? Я просто не видел, как он подписан. Да. Напиши ему. Там кто это? На ком сфера? Выйдите там. То я нормально так всекает. Ебать, у меня фрабу тупо вокруг сферы облетел. Саван, тебе это. А, вот он. У меня есть один камень пропасти, если что. Сразу потом, после собрания, на другую сторону почистим. Может, Калагарна убьем, не? Пока. Ну да. Естественно. Мы, походу, сейчас всю льду убьем, пока лоб вернет. Не, ну, Калагарна кошатница. Там, думаю, придет. Это будет зачетно, конечно. Новое достижение в 9-м убить льду, блядь, десятку хэма. Не, ну он сказал, в 9.20 будет. Наебал, получается. Ты вечер на книжника. Все, назад, назад идем. Ты. Я ему пишу в Дискорд, типа, в Дискорде онлайн. Ну да. Он, наверное, твином в ОС-10 пошел. В смысле, блядь? Не. Ты мотника. Вот он. Я люблю, когда пиробласт не слетает прок. Просто стоишь и тьфу-тьфу-тьфу, блядь. А что, 4 части? Не понял. Там просто 4 крита подряд было, блядь. Не. 4-8 тебе уже, да? Да. Это 4 кусков, он может, есть шанс, что не попадет прок. Пусть использует. А, блядь, мана уже нет. Мне кажется, лук зашел. Да, зашел. Ну чё, эти не сагрились? Странно. Да похуй, давай убьем, потом пец все равно сагрит, не? Они засали. Ну ладно. Ну чё, сейчас ждем лука. Так, пошли тогда на собрание, если лук пришел. В смысле пришел? У ДС его нет. Ну, призрак. Вон. А, он, может, у него тело покинулось, или он лофнулся, поэтому призрак. Призрак. Не, он зашел в игру, его уж выкинул. Он и был в игре, алло.
Не-не, он был офнутый. Все, наебало. Не был он. Ну пофиг, бьем туда. Вот вам айба. Он зашел, арестнес. А, ну все, айба. Прогресс. Один, да? Да. Ну давайте тогда. Бля, я не знаю, блять, в собрание идем ли к лагерю. Да убьем, да, все, убьем, да. Портал откроется, типа. А, хотя похуй. Там... Вон он бежит уже. Ну, диск кому-то сделаем, не? Типа. Я Ксена буду кидать, МК. Да, да, кидай. Та тварь же свернулась. Вон, вафлики ему один раз разогнать, да и все. А, он афлик? Тогда нет, тогда не кидай. Тогда лучше мне кидай. Ему один, на один на разгон. И все. Ему нахуй не надо. На разгоне. Все, погнали. Там же порча запоминает, Кейт. А, дует баф. Дует баф. У меня бафа нет. В смысле, лапа висит? На мне нет, я же умирал. Дальше, это мне убил. Тебе одиночная, на тебе одиночная, блядь, висит лапа. Все. Все, пуляй. Что, Геру даю, че не? Давай на собрание лучше. А собрание надо кому-то что-то или нет? Или скипнем? Шея, нет? Не надо никому. Там какая шея? Смеши. Шея стоима падает. Блять, ну что за хуйня, блядь? А, Сагали, наверное. Ты рог не напуливал? Да нет, он просто взял меня, блядь, в эту хуйню и все. Ну, умейте вон в луче. А, так танка в руку взяла, ебать. Ну, танка не просто так в руку взяла, значит сорвали. Да, там бага. Я видел, что там в карпулях было. А кто сорвал? Кто этот пидор? АЗ. Меня и Ксена шутнул вроде, не? Ну вообще, вообще, как бы, все понимаю, но давайте просто проедемся, вот, блядь, чтобы вы понимали, что произошло. Не сейчас, ты в Дисе? Да. Чё ты делал? Черепахе хуй приделал, блядь. Не-не-не-не-не-не-не, это вы смеетесь, а вот так вот, честно, ты мне скажи, что ты делал? Вала ебал или что ты делал? Вот это, танчил. Вот это как ты объяснишь? Чё ты танчил? Хуй ты танчил или что ты делал? Что это за залупа? А может и то, блядь, погоди. Что? Что у тебя случилось? Смотри. Где ЛПшки, где все? Что это за залупа? Время, деньги, друг. А, ну да. Ну, бля, подошел, дал 2 ЛП, блядь, захват рун, там еще ЛП, руника. Там ЛП. ЛП нет. Все, понятно. Все, 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 мой фейл. Я, блядь, не видел, блядь, надписи, блядь. Ну ты смотри, если у тебя не тыкается, ты хоть должен это заметить. Ты стоял автоатакой, бил просто. Да, я как раз в этот момент, блядь... Писюн чесал, блядь. Нет, нет, я смотрел просто, что собрание там падает. Ага, вот оно как, значит, танчит. Ты думаешь, ДК можно автоатакой агро набирать? Да не, все, ну, сейчас реально. Ну, типа... Еще так нормально смотрит. Ну, смотри, реально мой фейл. Все, извини. Это тебе, блядь, не ПВП зеленку сливать. Да не, в ПВП, блядь, зеленку от меня сливают. Не, я имею в виду зеленых чуваков. Я не душу ничего, ну просто я не знаю, ну, может, факт, он не заметил факт, или что. Все, все, красавчик. Ну реально не заметил. Ну все, давай пристабав и погнали. Слышишь, Фейт, у тебя... У тебя СПД банка не завалялась? То сейчас только заметил, что у меня тут нет. На кого? Кинь трейд. Давай. Некрасиво вышел, да? Ну.
Все, погнали, гуляй. С ЛПшек. Там кровату вот юзай тоже. Чтобы ты ЛПшки был. Там он просто не жал нихуя. Ауч. В руку с лучом забрало, осторожно, лучку ярит, хуй пойми куда. Да я хуел. Он по мне, блядь, прошелся, да и все. А давай, Берни, войд меня. Справа от тебя. Захильте, я в глыбе. Все. В руку. Захильте. Сука, вы че? Да вижу. Может, обезоружение сделаем? Думаю, другой руке 400к. Только левую не убивайте от нас, которая. Так все равно сейчас надо выбить чувака. Да. Ёбните её. Там 40к. Все, эскейп. Все, другую руку. Быстрее в другую руку. Хочешь танка на эту фигню? Там замедление можно сделать, шам. Да я давал. Только что-то, блядь. Да я залагал, подлагал немного. Вишу. Да, у меня тоже лагает. А, ну это сервак. А, ну все. Начни только я вишу. Надо лут заскринить, на всякий случай, если что. Если надо кому-то что-то. Да? Бесполезно, лут упал. Да. Говно, как обычно. Все, сейчас серия, мне кажется, дропнет, ебать. Так, посмотрите собрание, кому надо. А кому-то оно надо, вот оно никому нахер не надо. Там что-то говорили, ключ кто-то делает точно. Ну если за диском, а так оно нахуй не нужно. У меня ключа нет. У меня почти сделано на Мимирона, диск. Мне надо Мимирона осталось убить, все. У меня одного диска. Вон, есть у крадельки ключ. Ну и чё, куда идёт? У меня тоже диск. Давай пока лагает, пока кошатницу убьем. Ну просто лагает реально. Ну в смысле, у меня дисконнект. Значит, и у вас кое будет. 40 МС. Био отошел. Ваш сейчас, наверное, тоже будет. Подождать. Зашло. Да. Все лагает. Зашло. Но когда ты заходишь в игру, оно всегда лагает. Ну, ладно, я еще не выкинул из игры, у меня 41 МС. Да нет, а... 700 пинга, да. Вот люди пишут. 2700 пинг, ебать. Ну, у меня 80. О, от виза уровня. 816. Так, гляньте в Атласе пока, нужно ли кому-то что-то с собрания. Там мы кошатницу скипнем, да? Чё, погнали трэш? Если кому-то вот что-то зашло? Надо. Ну да, зашло. Ну. Я не выкидываю. Короче, пишите минус в чате, если вам не надо собрание. Так будет проще. Ну видишь, ну нахуй никому не надо. 5 человек. 6. Ксену, наверное, не надо. Только на угол надо.
Он пришел, наверное, так почилить его. Дзяна, да, а что тебе надо там? Шея, да? Так шея с этого, блядь, стой его падает. Не, надо уля другая. Надо уля другая, там дух, хаста и дырк. Ну а там с критом, не? Ладно, давайте тогда пока что здесь собрание, вот это все подушим, все равно будет возвращаться. На уговоны и все такое. Ну, кошатника мы точно пропускаем, правильно? Да. То, что там вообще бесполезно. Зачем грипать-то? Бейте только типа две цели, ну типа одну сначала, там до половины, вторую до половины. Танк, алё, блядь, надо просыпайся. Я вообще не знаю, чё он туда, блядь, пошёл. Потому что вы бьёте две разные цели. ДК сложно набрать сразу на двух и так далее. На одной цели без проблем вообще говно вопрос. Ну с одним ледяным прикосновением, конечно, сложно. Это не РЛК. Кроват вот юзай будет 3 штуки. Он там накидал лужи всякие. Он просто, видишь, он в танках, наверное, не понимает, он холиком играл, а танковать за БДК другое совсем. Да не, все нормально было, просто что-то реально какая-то хуйня. Ну, нет, там не было нормально. Ты у Анхоли спек был нормальный? Что? У тебя Анхоли спек ПВЕшный? Охуенный. Лучше пускай вкинулся танчит или кто-то другой, чем он просто... Не. Мафов меньше будет. Минус 10% аппа, блять. Минус 4% урона всего. Хаста минус. Вы хотите этого? Чтобы у нас меньше рейдов ДПС был. Ну, хасты у него, во-первых, нет. Вот ДК есть хаста. У него нет. У меня хаста. Не, я не прям ДК. Бля, ну переделать, ну не вопрос. 2 минуты дело. 4% круга дает. Этот ДК дает только 10 АП. Я говорю про ретрик. Ретрик МП5 дает, блядь, ретрик дает, понимаешь? Да. Ну типа 2 моба и куча всякой залупы он там натыкал, и одну ЛПшку. Конечно, мобы будут срываться с одной тычки. Он не танчил, наверное, просто, ну не знает. ЛП это твоя, ну, ледяное прикосновение. Да, я в курсе, Ча, я релогаю быстро. Что за потерянный герой? Кроделька, давай так. Кроделька здесь, да? Вон, ты который без метки будешь напуливать на него. ДК кинул в одного ЛП. А, ты уже спекнулся. Две в одного. Не, я не спекнулся. Две в чейп. И один в другого. Кроделька второго напуливать будет. Так далее, пойдем. Погнали, пока эта кошка не пришла, блядь. Просто не сбиваются этим мобом. Другого надо бить моба без метки. Ну, по хп смотрите. Что плюс-минус одинаково будет. Там шотнуть может. Кого там эта сигнализация? Меня. Тебе нормально там со психикой?
собрание будет сложнее набирать Аргайма. Скажешь, объясни мне, да, нахуя за шея, когда у него 239-я? Ему точно нужна шея? Статы лучше. МП-5 для рестандруида. Лысым расческа. Понимаешь? МП-5 это, смотри, это нужно для тех хилеров, ну, которые... Я понимаю, но 37 духа, ебать, его не намного апнут, понимаешь? Я за это имею в виду. Да нам мы все равно будем возвращаться. Опа. Там лук в мобе. Ну да, конечно, мы же видим гопот. Давайте, как обычно, через лево. Бежите дальше, до конца. Отлично, даже без лева будет бить. Ага. Там. Боже, стой, заводи мобов. Бауя набирать. Ага. Там вскипание, езжай своя. Да, все езжай вроде. Случайно просто издал. Рыба стоит. Ну да. Типа того. Да ебать, мне кажется, ДК-танк это самый простой, блядь, класс в освоении танков, не? Нет, протопал, мне кажется, проще. Нет, там ротация определенная. Для того, чтобы больше... Какая ротация, блядь? ОП, чума, блядь, мор по КД обновлять. Не, я про определенную ротацию Пава говорю. А, Пав, ну, хуй знает. Ну, Пав, ДК, не знаю. У меня ДК был, в принципе, вообще... Без проблем танчилось. И трэш, ебать, типа мор кинул, ужу и все, и пизда. Все, погнали. Все, все готовы. Убейте эту хуйню. Босса в костер заведешь. Геру а, давать есть... или не надо? Да мы и так его убьем, блядь. Сейчас бафы подъедут. Ну, не в костер, а чтобы он рядом стоял там. Вон, луч стоит. Обалдеть будем. Лучи не обязательно внутри стоят. Можно рядом. Да сука. Вроде рядом и стоял. Тварь. Ты им как кинул? Выйдите. Зайдите. Осторожно, ага. ДК, сбей. Ну ты набираешь или ты, блядь, ФКшишь? Ты весь бой должен набирать. Понимаешь? Потому что тот же маг, он дохуя набирает. И вок.
все убили. Бля, если сейчас щит упадет хиловский, то я буду карать. Чего? Смотрите. На, топор тебе. Опа. Завтра мне все выпали. Так. Она возвращается, бля. Наверное, надо будет внутрь заводить. Так, внутрь заведем и все. Да, идемте на портал, может, на Мирона убьем и все. Че мы будем? Пожарника вообще-то лучше на потом. А, давайте. Бля. Короче, давай пуляй и внутрь заходи. Быстрее только. То она идет, скоро зайдет. Как вы пулять там осторожно, там мобы. А. Быстрее. Ну, все, внутрь. И лицом не стойте. Там пиздец вам будет. Дальше еще. Все нормально. Поверни там от людей. Минус человек. Все по кругу встали. Че? Просил, дайте. Да надо было дальше провести, кто не в проходе стоять. Ну да ладно. Да думаю, дядь, убьем эту Аураю и все. Минута на 3 минуты бой. Так, на другой набирай. На другом мобе. Тут там вообще слабо сага. Кошадница нужна кому-то? Или скипа? Напишите в чат. Ну, я тоже думаю. Мы и так на эту, блядь, их не собили. Сейчас кого бьем? Торим. Торим. А если эти опавшие веточки? Тут рок лежит под трэшем, а куда вы пошли? Хоть кто-нибудь резните, Серега. Так у тебя есть масс-рез, ебай. Масс-рез на одного человека тратить разумно. Ну. Давайте, Турима. Дальше зайдите сразу. Если у вас много агров, бейте другого моба. Не обязательно вливаться в одного там. И ты, танк, не должен набирать агро только на одном мобе. Если у тебя там отрыв нормальный, то бей другого. Я что-то сомневаюсь, что у него скачан Омен. У меня Details Tiny Threat. Нормально у него отрыв. Это сейчас. Кинулся, а чё ты пушку не поменяешь? Ну, чарки нет. Так там тебе сдавали приставы вроде, не? Давай тебя зачарим. Ну, сейчас я гляну, что мне не хватает. Берсерк же, да?
А, сука, мне этих осколков грез нету. Есть у кого-то такие? Три штуки. Да, есть у меня. Ну, я, конечно, не экстрасенс, понял? Ну, ты догадался, кто я. Давай. Экстрасекс? Экстрасекс, это Пау, да, я мен. Давай мне кристаллы эти получай. Зачем вы эги носите? Странное, блядь. Да хуй знает, у меня валяется. Ну, чтобы вот таких вот чарить, потюрить. Так, портал Ксен идет. Пау, ДК, ну танк, ВТ на Айне потанчу. Доль на Айне тоже остаешься. За. Ну давай пушку, блядь. У меня есть один кристалл. Так, портал в комнату. Только вниз ее. Лок, найс, я и два пала. Пау, хил и танк ДК. Мы в этот, в комнату, да? Ага. То есть Лате, Краделька кинулся за его, это остается здесь. Так это, ты мага или шамана оставь на арене, чтобы кто-то пуржил и косты сбил. А, давай, Настя, тогда остаешься, а будет с нами. Кадель. Угу. Все, погнали. Сейчас, подожди. Смотри. В туннеле.